Старенький крючок такой прикольный. Московскую тусовку 2007 смотрел сейчас. Вспомнил. Доброе утро! Где мой друг? Он интересно сидит еще. Осторожно! Двери открываются. Вот она, солнце, у меня с детства аллергия какая-то. Два раза чихаю, и потом все. Доброе утро, Будда. Сейчас мы посмотрим, кто там у нас есть. Там мы поднимаем. О, Кисюля, Кисюля. О, доброе утро. Алексей Потапович? Потап Алексеевич. Вы еще спите? Вы еще спите? Когда мы идем к вам, ты знаешь, тебе не жарко не спать вообще? Ну ладно. Я думал тебя разбудить хорошим треком. Чем? Хорошей музыкой. Получилось, у тебя не получилось. Не получилось? Нет, я встал до 8 сам, без будильника, без ничего. Так что... Тебе не жарко? Ты знаешь, что у тебя там Мэрилин Монро и Сукарно? Что за еще Сукарно? Президент Индонезии. Сукарно? Да. А вот это Рейган, по-моему. Рейган? Ладно, бро, я понял. Все хорошо, проснулся. В чудесном настроении. Короче, это ржавые гвозди. Вставать не пойму, сейчас вот какую-нибудь все сипы обойду. Опа! Нет, с утра что-то не очень хочется стоять. Олег, возьмем, пойдем дальше. В общем, сегодня 25 сентября. Мы находимся на Бали. Снимаем виллу за $1000, которые в сутки
Так вот она выглядит. Теннис, бильярдик, куча места. Прикольно, когда в большой компании приезжаешь. Очень-очень даже классно. Но мы живем здесь втроем, поэтому еще все более классно. Никаких тебе чужих людей. А вот тут, вот, смотрите, какой прикольный вариант, да? Барбекюшечка. Хоп-хоп-хоп. Такая вот оригинальная. И борец с ума у нас там на заднем плане. Такие дела.